По условиям состязаний первенства Европы участники не старше 22 лет. Это такой переходный возраст, когда спортсмены уже не юниоры, но пока еще не могут участвовать во взрослых турнирах. Поддержать в этот период спортсменов и мотивировать их оставаться в большом спорте и есть основная задача Европейского молодежного первенства. Несколько лет идея, как говорится, витала в воздухе. Международная федерация настольного тенниса долго выбирала место проведения турнира. Россия смогла убедить, что сможет предоставить лучшие условия. Так Сочи стал хозяином первого в современной истории Европейского молодежного первенства. Одним из тех, кто активно продвигал город-курорт, стал председатель попечительского совета Российской Федерации настольного тенниса Игорь Левитин. Я очень рад, что в Сочи приехали все федерации настольного тенниса Европы, что это еще раз доверие к спорту в России и, самое главное, к Сочи. Всем очень понравилось. И говорят, что если бы можно было, то все чемпионаты мы проводили бы в Сочи. По результатам турнира наши юноши остались без медали, а девушки завоевали бронзу. Реально оценив свои силы и силы соперника, перед российскими теннисистами тренеры поставили задачу как минимум войти в восьмерку сильнейших в одиночном разряде и побороться за медали первенства в парном. И с этой задачей наши спортсмены справились. Мария Тайлакова из Самары выступила даже лучше ожидаемого. Не просто вошла в восьмерку сильнейших в одиночном разряде, но и взяла бронзовую медаль. А нижегородка Екатерина Гусева стала третьей в паре с чешкой с Дэной Башлаковой. Среди одиночников победителями стали Шанталь Манс из Германии и Томислав Пуцар из Хорватии. А в женской паре спортсменки из Бельгии. А среди мужчин теннисный дуэт представителей Дании и Словакии. В России настольный теннис – любимый и очень распространенный вид спорта. Поэтому в том, что и у нас будет золото, сомнений нет. И, возможно, даже чемпионом станет юный сочинец. Во всяком случае, мэрия курорта планирует продолжить популяризацию этого вида спорта. Хорошо, скажем, себя зарекомендовал этот вид спорта, что нам дает также возможность развивать и детский теннис в городе Сочи. Для этого у нас сегодня есть материально-техническая база, которую нам предоставляет с удовольствием федеральное предприятие «Югспорт». И поэтому мы видим, какие замечательные условия, в которых можно играть в теннис. Соревнования были своеобразным смотром претендентов на участие в национальных сборных. Поэтому, скорее всего, имена участников первого европейского молодежного первенства мы услышим и на взрослых турнирах. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.